С вами Дартиз, и я расскажу, для чего нужен Lucky Patcher. Скачать вы его можете в интернете, где-то в Google. Но в Play Market вы его не ищите, или в Google Play. То, что он там удален. Я там смотрел, он удален. Эта программа довольно полезная. Особенно, если у вас есть рут-права. Если у вас нет рут-права, то и можешь тоже пользоваться этой программой. Итак, в общем, и вот что можете делать. Нажимаем меню патчей. Тут есть выбор. Например, мультипатч. Это с несколько патчей. Пропатчить. Например, игру. Так, удалить проверку лицензии. Это, например, которые бывают такие игры, которые отслеживают игру на пиратство. Чтобы не было такой проблемы. Чтобы скачивали лицензионную, покупали. Если вы пиратскую скачали, например, Майнкрафт, то там лицензии нет. И бывают там такие игры, или там не Майнкрафт, а там еще другие игры, которые требуют лицензию. Без лицензии они не запустятся, поэтому нужно это использовать. Тут вот выбирайте. Теперь автоматические шаблоны. Тут всякие пути. Зависимости. Так. Также следующее. Удалите рекламу. Удалить рекламу нужно, чтобы рекламы не было. Как вы сами понимаете. Тут есть несколько способов. Удалить рекламу патчем. Отключить рекламную активити. То, что многие жалуются и ставят низкие оценки игры, даже один из пяти. Только из-за того, что нету. Из-за того, что много рекламы. И невозможно играть. Тут удалите, сами выбирайте. Это пока что не нужно. Так, следующее. Патч поддержки для эмуляции. Так, что-то меня подлагивает. Так, вот. Короче. Это нужно для того, чтобы в играх содержать это, получается, что-то... Это нужно, чтобы в играх там совершать все покупки, и при этом не платить реальные деньги. Что он, типа, как будто делает вид, что платит, но на самом деле вы не тратите свои деньги на балансе. Так можно монет платить, алмазы или что там еще в играх есть. Что-то тут реальное. Но онлайн игр не получится взломать, такие как Clash Royale и Clash of Clans и прочую ерунду. Которые играют школьники. Так, сменить компоненты приложения. Это вот сами видите, что. Создать измененную апку. Но тут то же самое. С вырезанной проверкой лицензии, с вырезанной рекламой Google. Брать. Переписать текст и подписью. Это не надо. Нет. Так, ну понятно. С вами был Дартиз. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки.